Осень и любовь во все времена были главными причинами приступов поэзии. Им местные авторы посвятили немало строк. Но помимо произведений на вечные темы, нягонские писатели в своем творчестве не обходят стороной ни одно событие в мире. Поэт – особое призвание. С солдатом в бой идет, с врачом спасает жизнь, со строителем строит. От его взгляда не укрывается никакая деталь. Да и нет у любимцев муз мелочей. Оттого особо интересно смотреть на мир глазами поэтов. Над трубой вьется дым. Думает, что небо греет, что он дым необходим. И от этого смелее, поднимаясь к облакам, мнит себя почти героем. И отважности бока раздувает вдвое, втрое. Именно поэты предрекали Нягани будущее одной из красивейших территорий округа. Столица Левобережья всегда вдохновляла на оды даже людей, далеких от литературы. Увлечение к стихам появилось в тот момент, когда строился мост через речку. Вот. А мы в это время занимались, пришли в обед, покушали и отдыхали. Я лег на поляну, тепло было, и посмотрел через ветви на небо. Оно чистое, голубое было, и послышался гул самолета. Я присмотрелся, и он пролетает, и мне созрело в голубых облаках над таежной тайгой. Самолетом летел город Нягань родной. Творчество местных поэтов из объединения «Нягонские родники» приобрело известность далеко за пределами города. Сегодня оно стало основой сценариев, темой классных часов, идеи для картин. Стихи, ожившие в музыке, особое наслаждение. Ко мне вчера стучался май, а я на полочке в вагоне, а он не снега через край насыпал дома на балконе. А я спокойненько лежу, еще три дня буду валяться, украдкой сверху я гляжу.